Но в красноярских турфирмах тем временем практически не осталось путевок на зимние каникулы. Горожане скупили все, причем не самые дешевые путевки. Наши корреспонденты обзвонили несколько турагентств и составили топ стран, в которые на Новый год улетит больше всего красноярцев. Итак, пятерку открывают. Бали. Отдохнуть на острове в праздники на двоих обойдется в среднем в 120 тысяч рублей. Четвертое место турфирмы отдали Эмиратам. Забыть на время про сибирские морозы и понежиться под арабским солнцем красноярцы смогут в среднем за 70 тысяч рублей. Экватор нашего рейтинга – это Гоа. Это направление, отмечают турагенты, сейчас вновь выбивается в лидеры, потому что из Красноярска туда опять полетели чартеры. Серебро завоевал Вьетнам. Отпраздновать там Новый год двое смогут за 100 тысяч рублей в среднем. Ну и безусловный, вполне предсказуемый лидер для красноярцев – Красноярск – это Таиланд. На двоих праздничные 10 дней там можно провести за те же 100 тысяч рублей. Единственное, риск встретить на пляже своего соседа заметно увеличивается. Кстати, сегодня мы для себя открыли и некий факт, что не все красноярцы демонстрируют такую предсказуемость. Одна семья, как сказали турагенты, купила путевку на зимние каникулы в Сочи за 5 тысяч долларов. Хотя за меньшие деньги можно было отдохнуть на море и при этом даже загореть.